друзья, ну что, здорово всем добрым рыболовам с ночного поля реки Десна. На связи рыбачок Игорек. Фух, ребят, выбрался я сегодня на рыбалочку. Ну, в общем, у меня, как всегда, не без приключений. Вчера шел дождь. Приехала сегодня в погребы в надежде половить леща. Ну, тут такая ситуация. В общем, дороги размыло напрочь. Можно тут проехать, судя по всему, на каком-то хорошем кукурузере. Ну, имею в виду на крузаке, да? Либо на поджерике, но лучше на Зиле 157 с тремя ведущими мостами. В общем, сейчас вам покажу грязючку. Вот такой вот, ребят, размах сегодняшнего бедствия, можно так сказать, по поводу поля. Ну, в общем, я не знаю, как тут и пройти будет, мне нереально, наверное. Но буду пытаться все же прорваться. Так что, друзья, сейчас идем в машину, беру сумку с вещами, с Настей. У меня, конечно, на этот случай был припасен план Б. Взял и сумку с собой, так собрал все необходимые вещи. Ну и что, и небольшой марш-бросок 2 километра до Десны. Так, достаем вещи. Теперь удочки достанем. Фух, все, ребят, прибыл я на место. Полчаса ходьбы, около 7 перекуров и 2 километра десантского поля позади. Пришел на свое место, где я обычно рыбачу. Никого здесь нету. Там вот слева от меня стоит машина. Как-то на Жигулях человек проехал. Ну, наверное, ехал, когда еще не было дождя, когда еще дорога была сухая. Поэтому, ребят, пока посветает, давайте замешаем прикормочку. Расскажу вам, чем я сегодня буду кормить десантскую рыбку. Ну и что, и будем начинать кормиться и ожидать поклевку. Давайте, друзья, замешаем прикормочку. Извините за мой такой чуть-чуть неопрятный внешний вид. Там я пока шел, там штаны запачкал. Ну, в общем, тяжело пройти по расквашенному полю, не запачкавшись. Отправляем нашу кашунку в миску. Вот такая вот классная каша получилась. Как обычно, я сварил вот пшено с пшеничкой. Такое вот рассыпчатое, еще даже чуть-чуть тепленькое. Вот, грудочки разбил, чтобы зернышки между собой не слипались, отделить их друг от друга. И, ребят, традиционно 2 килограмма магазинной прикормки. У меня, как обычно, все просто и без затей. Отправляем. Так, 1 килограммчик есть. И второй засыпаем. Вот, и второй килограмм отправили. Такая вот гора получилась. Сейчас будем ее размешивать. Теперь это все дело тщательно перемешаем между собой. Вот пока, друзья, перемешиваю магазинную прикормку с кашей, хотел вам рассказать, куда я пропал практически на месяц. В общем, выезжал я последний раз 28 апреля на рыбалочку. Хотел там на десенке нахрапом наскочить, поймать 10 килограмм карася. Ну да, мне это, к сожалению, не удалось. Там на десенке надо либо знать места, ну, либо чуть попозже ехать, потому что, я же говорю, в конце апреля поехал, 28 числа, ничего я там не поймал. Ну, и переехал на Десну, поймал там на флет кормушку две густирочки, перевязал кормаки, сделал фидерный монтаж. Ну, и больше, кроме двух густирок, я поклевок не увидел, к сожалению. Потом наступила маевка, праздники. Через неделю поехали в село на поминальные дни. И вот только сейчас выкроил время в конце мая практически для рыбалочки. Ну, так или иначе, сегодня прибыл уже на Десну, на одно из своих любимых мест погребы. Будем сегодня пробовать поймать леща. Тем более температура воды уже порядка 12 градусов, порядка 15 градусов, я смотрел по прогнозу. Лещик уже должен потихонечку проклевываться. Вот, так что сейчас замешаем прикормку. Ну, я не знаю, пускай он только попробует не клевать у меня, получит он. Я тут такие водные, можно так сказать, грязные препятствия преодолевал. Так что, думаю, сегодня, ребят, кого-то поймаем. Вот, все, перемешал между собой прикормочку. Такая вот она получается рассыпчатая, между собой комочками не берется. И теперь ее можно слегка увлажнить. Так, первое увлажнение сделаем самым мобильным. Ну, а там посмотрим. Такой тут, конечно, ребят, тазик получается весьма увесистый. Тут не то, что леща, какую-то небольшую свинью можно выкормить, я считаю. Ну, ничего, это нормально. Рыбку надо после зимы покормить. Тем более, она сейчас после нереста. Крупные лещи уже, ну, судя по литературе, отнерестились. Сейчас, возможно, будут питаться, набираться сил. Они уже отболели, скорее всего. Вот, ну, поэтому сегодня будем их закармливать в надежде на то, что какой-то такой хорошенький трофейный деснянский все-таки влетит на наш крючок.
Увлажнил так неплохо прикормочку, такая вот она получается, и лепится хорошо, и рассыпается неплохо, не берется она никакими комочками. Ну и, ребят, последний ингредиентик на нашего сегодня леща, ну и на любую другую белую рыбу, вот такие вот гранулы. Это мне еще друг привез с села, я их добавлял года два назад. Сереж, будешь смотреть этот видос, спасибо тебе за них, они в принципе по лещу хорошо работают. Ну а-ля тут прессованная такая кукурузка получается. Что-то какой-то жмых, вот семечки, может, конопли молотые, поэтому ее сюда для крупной фракции. Так, ну все, первоначально, думаю, с прикормкой можно закончить, пускай она настаивается. И, друзья, хотел вам еще быстренько рассказать по наживочкам. Взял сегодня вот 5 порций опарика и 2 порции красного червячка. Вот поэтому все просто, мотыля не брал, потому что уже, в принципе, конец мая. Думаю, мотыль уже ни к чему. Сейчас будем ловить на опарыша и на красного. Все, тогда иду, разбираю снасти, выбираю точки на дне, кормимся и приступаем к рыбалке. Так, ну что, друзья, на часах 5 утра уже, пора начинать кормить наших лещей. Вот, сегодня взял 2 удилища у нас на Десне, ну, да и на Днепре в Киевской области. Запрет закончился 20 июня. Поэтому сегодня у меня 2 удилища и будет 2 дистанции. Значит, дальняя дистанция 30 метров, там нашел такое более-менее твердое дно. Вот, и ближняя дистанция порядка 20 метров. Значит, уровень воды на Десне еще далеко не летний, вода еще высокая, поэтому и далеко бросать особо смысла нету. Так что кормимся, вяжем поводочек, насаживаем червячка и ждем поклевку. Есть, ребят, что-то клюнуло. Первая поклевочка. Пока довел. Опа. О, синечек. Ну, отлично. С почином нас, с почином. А, не, ребят, не синец, белоглазка. Не просто похожи. Вот такая вот белоглазочка. Так, ребят, третья поклевочка. Посмотрим, кто-то есть. О, маленький синец. Или это белоглазочка. Ну, такая маленькая. Ну, пока возьмем, потом отпустим. Кто-то клюнуло. Оба. Кто там у нас? О, так, белоглазка очередная. Вот, ребят, очередная белоглазочка клюнула. Ну, такая небольшая, но стандартненькая на сегодня. Вот сейчас ее освобожу. Ну, такая вот неплохая. Пока в садочек ее, потом отпустим. Ждем леща. Наконец-то, ребят, еще кто-то позарился на наших опариков. Сейчас посмотрим. Очередная белоглазочка. Я, ребят, ошибся, не белоглазка, это синец уже подошел. Ну, такой вот. Садочек его. В общем, по рыбалочке, друзья, уже 9 часов утра, у меня в активе 4 рыбки. По поводу поклевок, на которых были сходы, значит, на одном удилище вообще крючок обрезала рыба. Ну, я подозреваю, что это был хищник, на леща не похоже, потому что очень мощная поклевка была, прям удилище вот так вот к воде. Я подсекаю, чувствую пару ударов рыбы. Исход вытаскиваю, нету крючка. Ну, я сомневаюсь, чтобы лещ оборвал леску 0,2, да, я не знаю, какой там должен быть лещ, чтобы оборвать крючок с лески 0,2 мм. И вот на вот этом удилище, на дальнем, получается, буквально минут 15 назад, где-то без 15,9, был неплохой такой исход. Ну, рыбка небольшая была такая, но все же сошла. Вот, жду сейчас леща все-таки, потому что проклевывается белоглазочка. А, как известно, когда начинает клевать белоглазка, то подходит и лещ. Ну вот, хотя вот с 6 утра непонятно какое-то такое затишье было там. Рыбка вначале клевала динамично, потом затихла. Думал, подошел лещ, но нет, не клюет. Ну, поэтому что, перезабрасываем, ловим, а как там будет дальше, посмотрим. Ребята, неужели дождались леща? Ну-ка, посмотрим. Бойкий кто-то.
А ну-ка. Кто там у нас? О, да, это он. Это он, ребята. Бойкий. Опа, есть. Оп. Ну, отлично. Вот, друзья, с почином нас, конечно, не совсем еще лещ, подлещик, но так или иначе, очень долгожданный. Вот какой, ребят, ну, отличненько. Вот, друзья, плавно мы подобрались уже к полудню, 12 часов дня. И такой неплохой подлещичек деснянский, ну, наверное, грамм 700, порадовал меня поклевочкой. Наконец-то я его выждал, потому что что-то начал сомневаться, что он сегодня уже клюнет. Ну, так или иначе, он клюнул. Ну, в принципе, неплохая предпосылочка такая. Может быть, там какая-то стайка подошла. Вот, поэтому, не теряя времени, перенабил кормак. Сейчас насаживаю трех опариков. Да, клюнул на трех опарышей и на вот такой вот ванильный дипчик. Поэтому сейчас буду пробовать поймать снова. Если там стоит стайка, надо поскорее забрасывать и ожидать следующую поклевку. Вот так три опарыша одеваю. И спрейчиком их. Где там наше дерево? Вон оно. Очередная бойкая поклевочка, ребят. Посмотрим, кто там попался. Так, это густера, что ли? Ну-ка, о, да. Вот такая вот густирочка отличная. Вот такая вот. Подвел меня чуть-чуть, друзья, звук на вываживании, поэтому переозвучу. Значит, поклевочка была хорошая, уверенная, такая мощная. И вот на крючке, можете видеть, очередной лещик клюнул. Хороший такой, я думал, килограмма полтора, но он мне так в воде показался со страху. Но все-таки, когда я его вывел, там где-то около килограмма было. Сейчас вот я его подсачу. В пассажике вам покажу. Там уже будет звук с экшн-камеры, он уже восстановился. Ну так, с килограммчик будет. Вот, друзья, такой вот красавчик лещ клюнул. Убежал я тут с ним наверх, чтобы он там у меня снизу не убежал, потому что там такой покатый склон. Подожди, даже тебе ребятам покажу. Вот такой вот. Ну, такой, наверное. Такой, наверное. Ёлки-палки, что ж такой буйный. Такой, наверное, килограммовичек. Вот. Хорошенький такой. Клюнул на трех опариков. Поэтому идемте его сейчас быстренько в садочек и расскажу, как его вываживал. Что, друзья, 2 часа дня, очередной лещ у нас хороший в копилочке. Я вот с вами хотел немножко поделиться своим видением поводочной лески и крючков. Значит, в поимке рыбы мне сегодня помогает вот такая вот поводочная леска 0,2 мм. И вот такие вот крючки. Одни фирмы Decoy, одни фирмы Gamakatsu. Значит, Decoy размер 8, а Gamakatsu размер 10. Решил сегодня не мельчить. В принципе, конец мая, да, возможны поимки трофейных экземпляров лещей. Вот, то есть, ну, я как бы не спортсмен, я любитель, то есть не умею вываживать лещей там на 0,1 мм поводки, на 0,12. Не то, что не умею, просто не хочу рисковать. Считаю, что в контексте любительской рыбалки мельчить, в принципе, не надо. Вспоминается мне история с Беларуси, были мы там с батей на СЖ рыбачили, ну, подошли такие рыбаки, уже бывалые мужики, я у них спрашиваю, а какого самого большого леща в жизни ловили? Ну, там мужик мне сказал, там что-то 5-300, по-моему, у него рекорд был. Говорит, там была чешуя, как 5-копеечная монета старая советская. И я говорю, а какой у вас поводок стоял? Он там сказал мне, по-моему, что это то ли 0,3, то ли 0,35. В общем, я представлю, какой крючок надо под такой поводок. В общем, он мне тогда сказал, что если хочешь поймать хорошую рыбу, то, в принципе, с поводком не мельчи, а лучше ставь шнур. Ну, к шнуру я скептически отношусь, потому что у него нет амортизации. Все же предпочитаю поводочную леску. Вот, значит, ну, как видите, в принципе, такой диаметр, как 0,2 леща, не пугает, он клюет. Вот, ну, рано еще делать выводы по поводу какого-то там трофейного. Посмотрим, когда там, допустим, клюнет там какая-то трешка, тогда уже можно будет что-то говорить. Ну, пока такие стандартные лещики для Дисней. Один такой, наверное, грамм 700. Ну, вот этот, как я уже сказал, наверное, килограмм, может, кило 200.
Вот. Так что, друзья, продолжаем рыбачить. Посмотрим, может, нас еще сегодня посетит какой-то бонусный экземпляр этой прекрасной рыбы. Вот. Ну, я не подумайте, что я как-то зациклен на леще или что. Просто вот после зимы уже хочется почувствовать классную поклевочку, подержать рыбку на крючке, вывести ее, вот, снять на видео, сфотографировать. Ну и что? И снять, я надеюсь, интересный и там познавательный видеоролик. Так что, ребят, рыбачим дальше и ждем еще леща. Есть поклевочка еще. О. Койкое что-то. Кто там у нас попался? О, густера какая. Ну, отлично. Оп. Вот такая вот густирочка. Лещик пока отошел. Ну, тоже хороша. О, какая. Есть, ребят, что-то клюнуло с дальней дистанции. Сейчас посмотрим. Ой, зацепчик завело. Отпустило. А то дальняя сегодня у нас абсолютно молчит. Опять завело. Что там, цепа, что ли? Смотрим, кто там нас сейчас по зацепам водит. Ой-ой-ой. Да. Это у нас густирка небольшая. Ну, нормалек. Так, есть, ребят, кто-то взял. Ну, такой тяжеленький. Кто там? Оп. Ого. Ух ты, елки. Вот это синец. Ого. Смотрите, друзья. Ой-ой, упал чуть-чуть, вымазался. Гляньте, какой синец. Это вообще. Интересно, ребят, только что ситуация произошла. Значит, сижу уже, думаю, ну еще, значит, часик побросаю и буду собираться домой. Только так подумал, проходит буквально 5 минут, поклевка неистовая такая. Я к удилищу подсекаю, чувствую, ну, подумал, что зацеп. Думаю, ну как зацеп, если была поклевка? Раз, вытаскиваю, рыбы нету, зато смотрите, что произошло с крючком. Значит, слева на картинке крючок, ну, скажем так, нормального человека, да? А справа крючок курильщика. Вот так вот это все, вот эта вся картина выглядит. Что там за рыба была, я не знаю. Ну, маловероятно, чтобы лещ оказывал такой упор, такое сопротивление, так гнул крючки. Возможно, сазан какой-то взял или хищник какой-то, я даже не знаю. Вот. Ну, то есть, ребят, ну, я вас не обманываю, смотрите, вот это все, вот это то, что произошло с этим с крючком. Я уже думал, что это, на секундочку, крючок 8 номера декой. Я думал, что это на сегодня как бы великоватый крючок, да, но судя по тому, что я вот это сейчас прочувствовал на удилище, то есть подсекаю и как вроде бы, знаете, как вот, ну, в какой-то пень подсек. Не могу ни катушку провернуть, ничего. То есть, ну, вероятно всего, скорее всего, что вот у меня такая теория закрадывается, что это какой-то хищник бомбанул и просто-напросто разогнул крючок. То есть снасть выдержала, фидергамчик выдержал, поводок выдержал, а крючок — единственное звено, которое меня подвело. Поэтому, ребят, смотрите, вот, то есть на ваших рыбалках имейте в арсенале разные крючки с разной толщины проволоки, потому что, ну, вот, мало ли чего, клюнет такая трофейная рыба и будет сход. Ну, так или иначе, эта рыбалка, она этим и интересна, что когда вот такие вот поклевки, ты когда к ней бежишь, думаешь, что же там такое. Вот, ну, ребят, уже 4 часа вечера, сейчас еще до 6:30 половлю, наверное, может быть, удастся там мне поймать того, кто клевал. Хотя сход на точке был, если это, ну, действительно, если это был лещ, то уже, к сожалению, наверное, никто там больше не клюнет. Ну, долавлю во всяком случае и будем смотреть, что мы там поймали. Пришла моя рыбалочка к своему логическому завершению. Давайте посмотрим, что нам там сегодня удалось поймать. Пойдем там наверх, кое-какую рыбку возьмем себе, ну, остальную будем отпускать. Таким, ребят, сегодня уловчиком меня порадовала десна. Смотрите, вот такой вот синец классный. Вот. Ну и, конечно же, самая крутая рыба дня. Ой, это вот такой вот мощный лещ. Ну, наверное, на килограмм. Вот. Сейчас лещика возьму себе, пару густирок возьму себе. Вот этого подлещика красивенького.
Вот, вот этого красивенького отпустим, пускай подрастает. И по традиции, друзья, рубрика «Инвестиции в будущее». Вот, значит, отпускаем белоглазочек, сенца здоровенного. Маленьких сенцов. Что ты там плаваешь? Давай, плыви. Ну и вот этого подлещика, чтобы он нас порадовал, ой, лет через 5, таким, знаете, 3-килограммовщиком. Ну, такой вот улов, ребят, взял себе лещ и 2 густирки. Так что, друзья, такая вот выдалась у меня сегодня рыбалочка. Поймал первых деснянских лещей в году 2021. Ну, отлично, было сегодня все. И классные поклевки, и обрывы крючков, и такие разгибы крючков. Вот поэтому, ребят, спасибо всем за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте ваши рыбацкие лайки. Буду их с нетерпением ждать. Комментируйте, может, мне что-то надо там где-то добавить, исправить. Следующую рыбалку хочу провести с ночевкой, но еще, правда, не знаю где. Подбираю сейчас локацию, вот, и хочу там устроить одну такую зарубу между старыми снастями и новыми. Но это может будет не в следующем видео, а там через одно видео. Вот на следующий раз поедем с ночевочкой, что-то приготовим вкусненького, посидим в вечернюю зорьку, разведем костерчик. Ну, в общем, будет отдых на природе уже такой, знаете, полноценный, суточный. Вот, потому что за 12 часов все так успевается тютелька в тютельку. Вот, а сутки можно более посидеть, там, я же говорю, развести костер и что-то приготовить. Все, ребят, от меня всем добрым рыболовам вот таких уловов. Всего вам хорошего и до скорых встреч. Пока.